Капитан, бизнес-леди и супермены. Юристы, артисты, врачи и спортсмены. Но прежде всего вы водите. Для ребят из детского сада номер 22 Алсу день начался не совсем обычно. Они сегодня в роли полицейских. С собой берут письма для водителей. Тем самым они призывали водителей соблюдать правила безопасного поведения на дорогах. Мы надеемся, что проведенная данная акция с нашими ребятами заставит хоть некоторую часть водителей задуматься о своем поведении в процессе дорожного движения. Всех призываем соблюдать правила дорожного движения. Мы считаем, что такие акции способствуют безопасному поведению на дорогах всех участников дорожного движения. За время акции более 10 водителей услышали в свой адрес напутственные слова, получили памятки и письма обращения о важности соблюдения правил безопасности на дорогах. Ангелина Хабибуллина, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ.